Быть более ответственными при перевозке детей призывают родители Якутское региональное отделение Всероссийского движения «Матери России» совместно с госавтоинспекцией. Сегодня по инициативе участников общественного движения проведена профилактическая акция «Я ответственный родитель». Рейд провели вблизи школы, детских садов. Организаторы акции проверяли автомобили на наличие детского кресла и специальных удерживающих устройств. Также провели профилактические беседы, раздали памятки, напомнили еще раз быть внимательными. А тем родителям, которые придерживаются всех правил, подарили специальные наклейки с логотипом «Матери России». Напомню, совместная акция проводится первый раз и посвящена Дню семьи. 2016 год на территории республики зарегистрировано 139 автодорожных происшествий с детьми. Из них 148 получили травмы, а 8 детей погибли. И статистика показывает, что наибольший процент вот таких происшествий с детьми происходит в летнее время и осень. Это наш июнь, сентябрь. Это говорит о том, что мы, родители, должны еще более повысить свою ответственность вот в это время. Потому что здесь нужно еще большее внимание, где наши дети отдыхают, как себя ведут на улице. И прививать им, конечно, тоже эти правила дорожного движения и безопасного перехода на дорогах. Вот. Это задача родителей.